Всем привет! Всем привет! Это канал Бородач ТВ. И мы проголодались. Сегодня мы прошли в гости к нашим гостям. Да, если вообще хотите увидеть наши фейсы, просто покрутите, скажем так. Чем покрутить-то надо? Мы тут, у кого компьютер, мы тут... в общем, берем мышку, зажимаем кнопку, там левую кнопку мышки. А с какой стороны снимает? А с этой стороны снимает? С той стороны, да. Давай тогда вернемся. А если у кого обычный телефон, то, в общем, там пальчик по экрану повозите, повозюкайте. Вот. Повозюкайте? Да, и, в принципе, можете оценить, какая прекрасная погода. Сегодня 17 мая. 17 мая, на дворе уже весна пришла. Мне сегодня, короче, сказали, что в каких-то регионах вообще не было. У нас вроде начинается, да? С опозданием на две недели. Я сейчас сами, вы сюда идите, а мы поменяемся. Да, вы сейчас поболтаете, а потом мы поболтаем. Мы сегодня проголодались очень и пришли наш любимый талисман за нашей любимой шавермой. Короче, Димас опять прорекламировал, на самом деле. Ну а что, самая вкусная шаверма где у нас? Самая прикольная шаверма, вот стритфуд от компании Талисман. Нет, я еще, знаешь, где ем? Перекрестка. Ем еще в этом, в баклажане, вот тоже от Талисмана, в этом, у карусели. Там такой павильончик есть, там можно очень удобно покушать. Ну, у тебя чувствуется, что ты на шаверме. Да? Поскольку... немножко этот есть, да, у меня? Да. Легкий, легкий блеск на губах от жира. Хотел сказать, что погода вообще крутая. Ты какую себе шаверму заказываешь? Ты же, какая, у тебя шаверма-то волшебная же, правильно? Пацанская. Жидкая у меня шаверма, у тебя какая? Супер такая. Нет, ты там без мяса ты заказываешь, без зелени, без майонеза. Ну, вообще просто хлеб. Завернутый хлеб. Да, я скромный. А вот чем отличается шаверма от других шаверм? Ты за печь перебиваешь, давайте я такой дам. Я тебе при изготовлении моей шавермы не пострадала ни одна корова и птичка. А при создании твоей шавермы, я думаю, что пару курочек-то все уже не летает. Ты мне можешь сказать, чем обычная шаверма отличается от шавермы в талисмане? Можешь сказать? По упаковке, может быть, почему-нибудь. Нет, не могу сказать. Не можешь? Это секретная информация. Секретные ингредиенты? Да. Вот наш этот, у нас еще сотрудники наши тоже голодные. Они просто еще не знают, что мы этот, ну... Блин, иди сюда. Что им еды не дадут. Без нас, пока мы не скажем. Здравствуйте. Не давайте им пока шаверму. Ну, то девчонки можно это... Парни, вы в лаваш плюнуть, да? Мы выпили. Девчонки в лаваш плюнуть? Да, да, да. Я уже предупредил, просто Валя-то не в курсе, что это обеспечит это. Ну, это самый главный ингредиент. Да. Да, Валентина не хочет украсить наш кадр, ты представляешь? Вообще никто не хочет. Вообще никто не хочет. Мы отойдем просто. Куда? Прогуляемся? Вот смотри, так столько места пустует. Может здесь что-то летом сделать, вот помимо вот двух этих аттракционов, которые здесь вам помещаются. Может еще что-нибудь открыть? Здесь. Вот что мы здесь можем на этой площади сделать, как думаешь? Слушай, понимаешь, ты сейчас вот задаешь вопросы, когда человек голодный, да, то есть он вообще, в принципе... То есть у тебя нет, ни одной идеи нет, да, поэтому... Поводу, у меня колхозное такое туннельное мышление. Я вот когда вот вижу, вот это, да, Еще раз, нет, колхозное мышление, то есть у тебя нет ни одной мысли, да? Вообще не возникает. Сейчас слюнями Хотел сказать, задохнусь, но загребнусь. Ладно, с тобой, короче, сегодня о серьезных вещах вообще не поговорить, да? Не, давай можно поговорить. Я тебе задал вопрос. Два вопроса. Ты ни на один не можешь ответить. Что ты вообще что делаешь? Сегодня мы же только восстановим вообще. Да? Ну, ты тогда зачем тогда же эфир смотрит? Я вообще не знаю, кто их смотрит. Вообще никто не смотрит. У тебя как вообще после того, как мы начали снимать столько вот куча репортажей всяких, да? Популярных, бессмысленных, неинтересных. У меня такой вопрос, а как с популярностью? Подросла? У меня как бы, ну, была до этого, ну, тебя, да, как бы некоторая это, популярность. Тебя как бы это как сейчас украшает? Сейчас лишняя популярность. У тебя украшает как бы по подъезде, вот ты живешь поцелуями, там, типа, Дима, я хочу от тебя ребенка, там, такие пишут слова. Стали больше писать. Чаще больше. Чаще писать. Слушай, у меня как-то не так, я еще... Смотри, как ты думаешь, если бы у тебя была дочка, она была бы бородатой? Она, значит, это у нас семейная тема. Катерина! Здравствуйте! Здорово! Здравствуйте. Приходи сюда. Мы тут так, этот репортаж снимаем. Что, запись, да? Вы можете личные какие-то зайчики. Спасибо большое. Подожди, вон, Валентина хотела тебя позвать. О, она уже шаверму кушает. Подойди ко мне. Нет, так вот мы репортаж уже снимаем. Давай, Катерина, Димас. Что-то шоу, нормально. Я знаю. Никаких марафонов.
Так мы поедем с сыном на марафон. Ты в курсе? На какой марафон? Я тоже хочу. Да. Оля, помаши рукой можно. Здесь на самом деле можно все равно с другой стороны подходить, здесь все видно. Катя, вот эфир уже так спорт, сочно. Можно... Сочно. Так. Знаешь, как в фильмах? Что? Я смотрю на тебя, думаю, походу дело какая-то невкуснятина. Ты видел, что он творит, а? Слушай, я пойду тоже до шаверма схожу. Это очень вкусно. Очень вкусно? Да. Ты чем кушаешь? Ну, на самом деле, чем отличается вот еще пицца от других? Видишь, вот такая вот сеточка, да? То есть вот, вот даже вот этот подход. Я сейчас на самом деле ему подскажу. Надо... Да не загораживает и меня. Да, все нормально, видно. 360 градусов не загораживает. Давай отойдем вообще на полметра. Еще назад. Это не будет слышно. Все нормально слышно. Я не договорил. Ты мне говоришь, ты Вали. Я Вали говорю. Ты говори, Вали, ты вот первый раз ешь, я пошел. Я не первый раз ем, я знаю, что такое шаверма. Ну, Миша есть? Не, я Миша задал вопрос, короче. Чем упаковка, да, вот. Шаверма отличается от... Если мы берем на выезд... Если мы берем, короче, на выезд шаверму, ее заворачивают в этот, называется, в фольгу. Она только остается для прикорма. А еще это вкуснее, короче. Вот это вообще вкуснее, чем в прошлый раз я взяла. Да? А где это брала? Здесь. Здесь, так сейчас другой дядь работает. Тот же. Тот же? Ну у тебя вообще очки огонь просто. В этот раз на помпу надо. Ладно, я пойду тоже, наверное, слышали. Давай, а мы тут немножко расскажем про вас. Расскажите. О чем мы про них расскажем? На самом деле ребятам сейчас не хватило мяса, поэтому им сейчас дадут самсу с картошкой. Ну да. Там курицу мы последнюю забрали. Они останутся недовольными. Возможно, это будет соевый продукт. Ну, не вам платило вещи. Мясо? Мясо, не знаю. Да. Может быть, хватит. Мы просто рано приехали, мне кажется. Еще этот, ну, котел не растопили, так надо. Вообще, так голодно? Да. Либо я, может, так голодно. Сегодня ролик видел. Еще ролик видел. Сразу скажу, вот этом что-то рисмане ты не видел в группе у нас? Там про колбасу, из чего там она сделала. Ты заказал? Саня, я да, я заказал. Санчес, как у тебя вообще? Нормально? Хочешь попробовать? Так, нет, у меня другая. А ты чем заказал? Не, немножко такая, знаете, я, конечно, не еврей и не антисемит. Но заказываю себе в основном на мясе чисто, там, на кофе покорить. Вот. Поэтому по объему получается то же самое. Но... Как же без салатики? Я вообще не понимаю, как можно в суши добавили какие-то вопросы, ну не какие-то ставить, не водоросли, а траву добавляют. Чем мне вообще прикольно? Только вкус портит. Ну это лично мое мнение. Огурец тоже трава. Морда вот. Нет, это не нас. Нет, он курицу забивает. Она просто бегает. Без головы бегает. Расскажи лучше вот о предстоящем событии. Вот в выходные ты опять марафон бегаешь? Да, не один. Санчо со мной бежит. О, кстати, надо забрать справки. Я как бы на тебя смотрю, ты же вроде больше работаешь в стоматологии. В чем здесь? Но медицина, стоматологические справки никак марафон никакого отношения не имеет. Но кто его знает, да? Не имеет. Валя вообще в ауте находится. На кайфах. Она на кайфах, да. Здесь не хватает столиков. Стульчик. Вот я Мише задавал вопрос, что здесь можно сделать, он не смог ответить. Батут поставить. Батут людей. Здесь бывает. Вот надо столики вот здесь. Где вот он сейчас? Где вот он сейчас? Вот вопрос. Прекрасная погода, гулять с детьми. Слушай, у меня такой вопрос. Я вот я шутно как по чашечке на меньше просто разбиваюсь. Она мне сегодня весь день немножко раздражает. Перечень дня. Слушай, ведь не каждый человек может, да, вот работяга, да, вот, обычный взять и позволить прийти сюда покушать шаверму. Не потому что тут, ну, там дорого. Цены кусать. Нет. А почему? Потому что он работает. Потому что он работает, понимаешь? У нас. А чего у тебя на животе сюда? Как обычно, да? Есть желание. Пришли, поели, ушли, взяли, записали. Лоботряс. Команда лоботряс. Отлично, голодный. Хорошо, у меня уже длина реально течет. Да? Да первый раз вообще здесь вставенный ем. Я наш талисман. Довольно-таки неплохо. Вот, вот там с новой стороны ем. Я думаю, что я успею, да. А в стороне тоже прикольная, она там двух видов.
А, шаверма тоже? Да. А, раз уж. Слышь, что только за справку. Опять шаверма. Да? Мужицкая или какая? Это нет. У него не шаверма. Это моя, да? Нет мяса, нет ничего, нет лука, нет мясов, вообще ничего нет. Вот что там вообще берет? Лаваш? Салат с салатом, с помидором. Он берет лаваш, короче, и с лососом. Михаил, расскажи о своих супер ингредиентах. Что ты в шаверму положил? Он уже грызет ее. Скажу, секретная информация. Изюм, по-любому там. Изюм, лист капустный, который он коленки привязывает к нам. Ну, продолжаем разговор. Что здесь можно еще интересного поставить на этой площади волшебной? Михаил. Тебя мы не спрашиваем. Иди, не бойся. Все нормально. Да 360 градусов. Там все равно попадешь. Ага. Парня, а вы что играете? Тяжелую музыку. Идите сюда, идите, идите. Расчехляйте. Артем. Группа какая-то, да? Серьезно? Да. Сами канал. Нет, нет, все. Ну ладно. А вот парень с бородой должен был слышать. Что, бородача? Да нет. Тогда можно... Ты не загораживай человека, ты не видно, если... Когда у вас? Сейчас нет проблем. Сезон закончится. Только начинается. И сразу же. Кстати, вот как раз сегодня Дима спрашивал, просто что здесь открыть. Здесь нужно действительно открыть место жилого. Вот как у метро-то, знаете, вот ребята играют. Вы бы смогли так? Валя бы танцевал. Может? А Дима бы раздевался. Раздевал. Так, Валя. У вас не часть мужчина, да? А есть вообще возможность? Давай пригласим на эфир, там что-нибудь сыграете, парни, в прямом эфире. Как найти-то можно? ВКонтакте. Давай, даже есть ВКонтакте, да? Давай запишем номер телефона, мы вас позовем, расскажете о своей группе. Странно, да, парень? Как группа берет номер? 8900. Да, я скажу. 8900, что там? 8901. Так. 401. 401. 18. 18. 65. Короче, вы играете кавер-версии. У нас знаменитые YouTube. Да. А тут и свежие или там? Да, уже старые. Наверное, возьмите. Золотого конца. Можно просто сырое мясо. А что, Димас, записал? Сейчас сырое мясо. Все, дошла очередь. Слушай, парни, это нормально, фильмы играют, да? Пираты Карибского моря, там, из такси. Модерн Токинг играете? Ну, да, играете. Как вообще. Михаил любит. А? Нажимаете как-то там что-то поют? Не, мы не поем. А вы не играете? А есть кто у вас поет? Не, у нас нет. У нас такое. У нас он сам просто оценивает. А кто еще-то есть у вас, ну, кроме гитариста? Не, у нас только два гитариста, короче. А ударные что? Можно было в ней фильм. Ну, ударные. Я могу на костюме. Битбоксер. Ну что, парни, мы, в принципе, с вами познакомились. Я, если что, наберу, придете, просто расскажете, если хотите, ну, развиваться, очень хороший. Как зовут тебя? Артем. Макс. Новая группа «Восходящие звезды», а группа как «Страда». Как называется? Артмас. Артмас. Артем Макс. Попросили? Ну, вообще, максимум искусства придумывалось, но оно так сошлось. Как по группам? За угол зайдут. Да, подпишите, мы позже выложим. Давай. Это не прямая трансляция? Нет. А прикинь, взяли, включили запись 360 градусов. Тут же познакомились с людьми, оказывается, люди-то интересные, играют кавер-версия. Вот она, жизнь. А, я еще что хочу сказать.
подавись, главное. Вот. Палыч, вот как ты вот снимаешь, ты вот закрываешь вечно обзор. Да он вообще глаза. Объем обязательно. Ну зато у тебя эти такие штучки здесь вообще. Я не договорил. Наоборот, тебе надо снимать. Да? Получается, что наш канал берет, провоцирует людей на что-то, да, чтобы они что-то делали, чтобы они сделали какую-то движуху. Совсем недавно мы тоже там сейчас обязательно не будем начать. А потом после нас все идут и показывают, что это было. То есть, ну, никто не участвует в том, чтобы что-то создать. Понимаешь? Наш канал, оказывается, продвигает молодые дарования. Никто его знает. Только молодые. Ну да, у нас нет ограничения по росту. Мне кажется, если бы наши бабули пришли, вот мы вяжем салфеточки, мы бы их все равно продвинули. Это актуально. Ну, во-первых, бабушки могут вязать синхронно. Да, кстати, чемпионат по синхронному вязанию салфеточек, представляешь? Давайте устроим. Давайте сделаем. А, кстати, мы хотели сделать марафон. Ну, в августе, да, примерно? Какой марафон? Ну, просто, ну, забег. Как вот в Питере проходит марафон, мы хотели сделать. Надо сейчас будет связаться с организаторами. Попробуйте организовать здесь тоже забег. Что, медаль тут борода канала? Презент Бородача ТВ? Я уже, кстати, по августу, да, как раз идет это. Урожай, пишут. Ягоды, грибы, как раз. На презент попал. Да. Можно стоять и есть ничего. Ой, я объелась. Видишь, что ты хоть на камеру не рыгаешь. Но, кстати, кто не курит, Валя очень такая, знаете, поест. Ну что, я сейчас как вспомню. У меня сейчас запазом, да. Не по кайфу. Смотрите, ну вопрос вам задали. Как познакомиться? Вы сразу ищете лишний год. Мужчина, да. Кстати, кто не курит, у нас вот просто недавно мы выложили видеоролик, как мы с Димасом сами делали первые это самые видеоролики. Помнишь, как мы, да, там? Па-па-па-па-па-па-па. Помнишь? Давайте. Да, повторю. Это была вообще первая джиф-анимация в истории джиф-анимации. Там балдеть было. Вообще нам прет, кстати. Да, мы успели. И справки успели забрать. И поесть успели. Даже успели валим немножко. Терроризировать, да. Хорошо, как мы сейчас сильно до местных жителей не докапываем. Да. О, опять что-то делать. Слушай, я думал, парень такой, знаешь, на взгляд скажи, потому что хотел тебе гитары. Ну, что-то на телефон не шагает. Как ты видишь? Блин, не надо так делать, понимаешь? У нас есть подписчики, которые у них 18 лет. Ладно, я пойду так. Я подумаю, что ты шахтист. Не хочешь подложить бомбу на площадь. Баня, тебе сразу вопрос. Просто люди часто задают, что за лайфхаки ты подкидываешь. Как сделать что-то. Как спрятать. Сейчики всякие. Вопрос-то в чем? Где берешь вдохновение или какой вопрос ты решил? Да. А где, откуда ты берешь вдохновение? Черпаешь. Головы. Кого работаешь? На себя. Явки, пароли. Не обязательно. Кто твой связной? Вот хочется узнать на самом деле у людей. Мама с папой. У людей хочется узнать вообще. Вот то, что мы сейчас закидываем, вот эти вот такие штучки для колюшки, они вообще интересны людям или нет? Все. Я думаю, да, если люди сделают репостики. Они просто делают, ну, значит, да. Интересно. То есть можно жить дальше, да? Да. Ой, слушай, я тут про йогу-то видел ролик, вот этот ты закинул, вообще прикольно. Там девчонки-то, да? Нет, там девчонки-то. Я хочу сказать, что пользуясь случаем, напомни то, что вы можете скачать мобильное приложение «Сосновый бор». Ну, качайте, наслаждайтесь жизнью. Но все наши новости выходят там, это во-первых. Во-вторых, там есть справочная информация. Если нужно уехать, например, узнать, когда электричка выходит, «Сосновый бор» или «Санкт-Петербурга», там можно сразу это узнать, все вот в онлайне. Что еще можно делать? Такси можно вызвать? Можно такси вызвать вообще в один клик, ну, в два точно. Вот тут уже... Что еще можно сделать? А расписание кинотеатра можно посмотреть? Можно. А музыку послушать? О, вообще. 20 каналов целых. Или 18. Новости узнать можно? Можно.
они уже в Санахе. Можно. Заказать еду можно? Можно. Даже можно купить цветы. Можно. А что нельзя? Познакомить. Сейчас мы хотим знакомиться с Россией. Зачем? Дело, то есть попасть на том, что ты тебе нужен сайт знакомства? Зачем? Блин, ну что, ну бывает, ну уезжай там. Знакомиться. Зачем? Мне нужны эти как. Протеже. Не протеже, мне нужны вот, например, эти работники. Как мне с ней познакомиться? Наверное. Нужны работники? Да я вообще думаю. Ну, представляешь, вот. Работниками ты... не знакомятся в сайте знакомств. Ну ладно, например, ты обычная девушка, я обычный молодой человек. Как мне с тобой познакомиться? Вот если я никуда не хожу, все никуда не ходят. Ходить. С кем мне общаться? Куда надо? Сайта знакомств нету. Нет, на самом деле, сайта знакомств. Вот. Надо его сделать. Ну, нужна вообще какая-то социальная составляющая немножко в приложении, да? Ну, смотри, ты залезал в приложение, и у тебя кто-то там тебе лайк поставил по ВКонтакте, знаешь? Ну, кто-то тебе что-то написал лично тебе. Ну, после твоей позиции, знаешь, папа, который точно только что делал, там, что-то будет забывать, написать. Но вообще, кстати, твоя жизнь... Рейтинг канала, конечно, поднимает у нас очень сильно. Хотел сказать, не только рейтинг, но не буду говорить. Смотрит просто рейтинг до, ну, после 18. Просто сказать, изменилась твоя жизнь. Блин, изменилась твоя жизнь после того, как ты начал с нами сотрудничать. Изменилась моя жизнь? Да. После того, как я начала с вами сотрудничать? У тебя появились друзья, я помню, как ты пришла. Я не появилась друзей. У меня появился один враг. Да, Валя? Да. Ну, а второй ничего не сформировался, но тоже уже так на подходе, да? Да. Ну, слушай, ну это прогресс. Спасибо нашему каналу. Слушай, как ты относишься к тому, что пацаны ходят, знаешь, вот как бы в чоп-ноте? Лосинок? Лосинок называется, вот эти низкие носки-то. Я не общаюсь с такими людьми. Джастин Бибер, мне вообще не понравилось. Почему ты так считаешь? Мне не нравится. Как это не брутально, да? Да. Михаил, если в отличие от коротких носочков. Простишь мне? И лосинки как бы, обтягивающие. Легкую славу. Кстати, я каждый день его вижу в лосинах. Он бегает с утра. Ну, в лосинах может быть еще нормально. А вот в носочках и завышенными такими штанишками нет. Гертруд Май. Хватит чапкать уже. Может кого-нибудь скормить? Я знаю, что ты будешь сопротивляться. Но если мы тебя будем держать, а я буду скормлю, то возможно ты скажешь. Нет. Ну что? Остается, да, провести эксперимент и проверить, насколько кто Вали. Что, ты готов? Держи ее, сейчас мы будем докармливать. Ты же прямо на эфире. Это корми девушку. Сейчас хотели пицца, в эфире. Да. Михалыч, нам, наверное, заканчивать потихонечку нашу прямую трансляцию. Еда кончилась. Еда кончилась. Пойдем редактировать. Спасибо талисману. Михалыч, перелет. Ну, девчонка рядом стоит, мне чтобы взять, подойти. Хватит, ребят, ну я просто хочу реально попасть в прямой эфир. Носить сзади. Да? Дорогие жители. Просто помаши шаверной. Да просто ждет другую девчонку, которая тоже в эфир не хочет попасть. Скоро пойдем в эфир попасть, да? Конечно. Так, ну ладно, Михалыч, давай. Потихоньку будем заканчивать. Помаши ручками избирателям будущего. Где ближе, выключить камеру. Да? Ну все, всем пока. Пока-пока. Сегодня хорошая погода.